Всем большой привет! Меня зовут Даша. Я спешу познакомить вас со своей семьей. Мне 20 лет, и я уже мама. Иногда мне кажется, что я сама все еще ребенок, совсем маленький, но тем не менее я чувствую себя очень счастливым человеком в роли мамы, и я чувствую, что я заняла свое место в этой жизни и нашла себя в этом. Самый близкий и родной человек для меня – это моя мама. Она моя поддержка, моя опора. Несмотря на то, что моя жизнь далеко не идеальна, я наслаждаюсь каждым днем. Чуть больше года назад во мне зародилась новая жизнь. С тех пор все изменилось, с тех пор я вижу мир в других красках. В июле прошлого года у меня родилась доченька Ариана. Я даже не представляю, как раньше я жила без нее. С момента, как она появилась в моей жизни, время пролетает просто незаметно. Порой даже хочется остановить его на мгновение, чтобы насладиться этими маленькими ручками, ножками, взглядом глаза в глаза и улыбкой. Сейчас Ариане уже почти 7 месяцев, и я даже не заметила, как они пробежали мимо меня. Мы с дочкой делаем вместе все, и кушаем, и спим, и умываемся, и играем. Я уверена в том, что мама и ребенок – это одно целое. Кстати, именно в период, когда нужно готовиться к конкурсу, у нас начали резаться зубы. Для меня моя небольшая семья – это самое дорогое и самое ценное, что есть. Весь мой мир крутится вокруг моей семьи. Так было, так есть и так будет всегда. Благодарю вас за просмотр и желаю всем участницам удачи!